Серия Коптева на родине писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского прошел областной фестиваль изобразительных искусств «Краски Тамбовщины». Это уже пятая художественная выставка в рамках фестиваля. Проходит он в городах и районах при поддержке администрации, управления культуры и архивного дела Тамбовской области. Выставка работ тамбовских художников разместилась в здании Коптевской школы, в которой расположен литературно-мемориальный музей Сергеева-Ценского. В экспозиции представлено около 60 работ, выполненных в различных жанрах – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Организаторы фестиваля – Тамбовское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» под председательством Владимира Соловьева своей задачей ставят знакомство жителей с работами наших земляков-живописцев. Любой момент природы, любой миг природы, он прекрасен. И выезжая на этюды, художник ловит эти мгновения, старается перенести их на холст. В общем-то, для того, чтобы потом уже в мастерской по этим впечатлениям, по этим воспоминаниям сделать, наверное, что-то, может, более такое глобальное какое-то, может, более серьезное произведение. Творчество его в двух словах, конечно, описать сложно. Каждый ищет для себя свое. Оно всегда необычное, оно всегда даже, может быть, где-то не поддается такому рациональному измерению, но оно тем и прекрасно. Владимир Евгеньевич приехал в Рассказовскую глубинку не один, с представителями Управления культуры области и членами Союза художников России. Среди них Николай Алексеевич Насонов, тамбовский художник. Живопись привлекала его уже с детства. Картины Насонова – это в основном пейзажи и натюрморты. Лучше природы, наверное, и не сделаешь. Потому что, обратите внимание, в любое время абсолютно небо то оно разное. И летом, и зимой. И даже вот сейчас вот мы приезжали по вашим вот этим местам, ландшафт очень интересный. Это для художника и главное. То, что вот найти какой-то образ этого пейзажа, который был интересен, и потом уже сделать так, чтобы он еще был еще и вкуснее, и еще более интересный на холсте. В каждую работу художник вкладывает часть души, ведь на полотне с помощью красок он изображает свое видение мира или отдельной его части. Порой в картинах отражаются и детские воспоминания. В экспозицию выставки вошли художественные произведения, прославляющие подвиг защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Разнообразие тем в полотнах мастеров позволит зрителю найти для себя что-то близкое и родное. Народные патриотические песни, которые исполнили солисты хорового коллектива «Славянка», это как раз то, что может помочь вдохновению мастеров на создание своих шедевров. Тамбовские художники признались, что Рассказовская земля богата своими живописными местами. И по дороге в Коптево уже приглядели для себя картины будущих пейзажей. Ирина Птуха, Максим Соколинский. Новости ТВ Рассказово.